Всем привет, ребята! На канале новый влог. Привет! Держи, папа, камеру. Давай, а то придумала. Нет, ну. Нет, не идет, Федор. Не придумывай. Едем по лесу. Едем по лесу. А куда за едем? За грибами? Куда едем? За грибами или куда? Боже мой. За город. Какую-то турбазу. Парк. Парк Полянка, да? На день рождения к Арсению. На день рождения к Арсению из Брос-шоу. Ему сегодня 11 лет. 11 апреля 11 лет. О, как четко. Да. Это такое бывает раз в жизни, когда такого 11 числа. Лет бывает раз в жизни, да. 11-11, совпадение. Бывает 11 и бывает еще 111, но не у всех. Да, Федор? Да. Да, Федор говорит, да. 16-го 16 будет, Соня 19-го 19, а Федору 30-го 30. А нам с папой уже будет. У нас запишешь парень. Да, у нас дни месяца уже все закончились. 30,5 у тебя. 30,5. Короче, поснимаем вам там. Мы уже там были давно, еще в начале. Кстати, тоже. Не, это уже не у Арсения, наверное. Или у Арсения. Тоже у Арсения было день рождения. Тогда мы ездили. Но было теплее гораздо тогда. Жара вообще капец стояла в тот день. Пару лет назад. Ну, классно. Сегодня погода у нас хорошая выдалась. Отлично. Ну, не жарко. Ну, может, и хорошо, что не жарко. Пацаны приедут, сейчас шапки снимут. В лесу ветра не будет. О, пошла. Пошла. Стиральная доска называется дорога. На встречке всегда я меньше. Ну, точно. Только смотри, чтобы никто не ехал. Ну все, тут нас Арсений прям встречает. Сколько раз надо? Прям. 11. Пришел. 10, 11. А, хорошо. Погнали. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. А вы нас встречаете? Нет, мы в тележке пошли завозить. Так, так получилось. Да? Понятно все. Собака это тут. Звали, да? Это волк. Волк? Нет, да, сова, это собака такая. Волк. Снимайте, пацаны, шапки, с вами не отходят, потому что тебя переедут, даже не остановится. Раздет вообще, молодец. О, волк гавкает. У меня есть петух. Не, нормально. А вы уже спели песню? Нет. Арсений, ну что у тебя за праздник сегодня? Чего-чего? Ты куда приехал? Да, сегодня у вас есть. Так, Софья, Ксения, положи ему. Вы такой, на стол еще два человека подойдут. Саш, что ты уже чавкаешь? Не всех забрал. Кипс уже ест, не все? Не все смогли? Не все смогли? Федор, что там у тебя? Пицца? Пока стол они перекусывают. Ну что, все ждем веревочный городок. Сейчас пойдут дети лазить. А пока ждут, бегают по детской площадке. Слышишь, Сергей? Я хочу такой домик нам на дачу построить, такой маленький детский. Вот такой? Ну маленький, ну только чтобы его не на подъемок. Просто домик, чтобы на земле да, стоял. Да, да. Вот просто из, даже из USB-плит. Ну, оно но вообще не у тебя сложно. Есть неделя на то, чтобы доски достать. Так у нас нам хватит досок. Доски мы из фанеры его сделаем. То есть доски на основании, ну, на квадратик. Может лучше не фанера, а USB-плита. Просто крась ее потом. Все. Да, а ну как бы на квадратик у нас есть доски. Ну, основание сделать, а потом к этим доскам то приколотить. Такое чисто. Смотри, носки освободятся еще доски потом. Тоже. Только где его поставить? А там, где кострище рядом с турниками можно было. Ты чего прыгаешь? Надо на горке скатываться. Ну ты ж сломаешь, Гош. Жорик. Мне Гоша себя хорошо ведет. Да? Это что-то там Жорик не очень. Ярослав, что ты скачешь оттуда? На веревочный городок? Я хочу с Федиком побегать. Пошли посмотрите. Ой.
Слушай, ну все уже ушли, а ты опаздываешь. Да догоняй. Что ты там потерял? Осторожно. Потом надо будет детей осмотреть на предмет клещей. Что тут так стремноватисто? Вот мы с той стороны тогда отдыхали. Куда? На тот берег. А слышишь, это они куда идут? Наверное, в лазертаг или там? Веревочный городок, конечно. Там веревочный, что ты думал, там что? Там лазертаг и веревочный. Тетелик. О, бабочка! Тетелик. Пляж, товарищи. Бабочка! Что? Бабочка, он там! Бабочка или птичка? Бабочка. О, ты Федя. Да, инструктаж. Правым боком вперед. Ну, подожди пока что, не лезь. Ты тоже хочешь? Не хочешь? Ярик, полезешь? Я могу с Федиком на первую пойти. Ну, смотри, сам думай. Я могу за Федором последить на первую. Федор не пойдет. Федор не пойдет, ему сюда надо. Ну, вот. А вы сами решаете. Ты будешь Федору помогать? Не знаю. Кто? Федор, иди сюда. Если я их, ну, мне просто... Нам один. Федюня, ты куда собрался? Они, он со мной. Веревочный карабин. О, какие карабины. Тяжелее, чем сам Федор, да? Ты не боишься, Федор? Да. Ну, ты крутой, конечно, ничего не скажешь. Вот это альпинистское снаряжение у тебя, да? Ярик, что, ты решился на второй? Да. Ну, хорошо, смотри. Второй — это вот этот? Да. 3 метра. А Гошанка, кистиный брат, решил пойти с Федором, да? Да. Женщины снимают. Снимай. Только ты жди, хорошо? А то ты сейчас как убежишь далеко. Сейчас ты пойдешь уже, подойди. А, тут вон мальчишка. Снимают его. Ой, София, молодец. Не срывай, там может герпес у него, Сергей. Да прыщи. Ну, не очень сало. Ты любишь, да? Самый маленький наш друг. Здесь отходи. Вот такого смелого мужика мы еще не видим. Все, по следам будешь ходить, хорошо? Держись за веревочку. Двумя ручками держись, двумя ручками держись. Вот так, да. Саш, давай подбадривай, Федор. Шаг. О, давай. Молодец, молодец. Вторую ножку сюда. Можешь две ставить, если хочешь. Молодец. Вот это смело, пацан. Тут таких юных еще, наверное, парней не было. Не спеши, не спеши. Молодец, держись и иди. Не страшно? Нет. Давай тогда вперед. Умница, давай. Можешь... Две ножки можешь сюда ставить, потом одну сюда, вот, если так будет удобнее. Теперь ставь вторую сюда, ставь, если что. Ну, ты крутой, вот Федос, так. О, молодец, вообще. Умница. Ставьте лайки, ребята, смотрите, какой. Ножища эти малюсенькие, ноженьки. Ой, молодец какой, я валяюсь. Держись, держись. Подножки, смотри, смотри, подножки. Тащи, давай, тащи я вперед, за собой. Федор, помаши ручки для подписчиков. Умница. Давай, давай. Веревку руками надо было держать, она втащилась бы тебе. Спокойнее бы тогда. Опа. Жди, теперь жди. Молодец, руки, ногу, подожди. Что? Ждет. Деловой. Вот, сейчас карабин перекинут и пойдет дальше. Умничка. А вот тут, Федор, будет сложнее уже. За желтые держись, вот так, да. Двумя руками держись. Вот так, дядя тебе покажет, как вот так, молодец. Сейчас инструктор тебе поможет. Теперь смотри, бери одной ручкой за веревочку. За следующую веревку берись одной ручкой, за желтую веревку, рукой берись. Одной ручкой держись сюда, рукой. Хватайся рукой. Вот этой. Так. Правую руку вот сюда, нет, не ногу. Сначала руку перехватывай. Руку, сначала руку. Не так. Изнутри. Изнутри вот здесь. Просовывай вот здесь, да, оп, хватайся. Теперь вторую руку. Вот, а теперь можешь ногу ставить. Вот, вот так, подтягивайся ручками. И точно так же здесь опять. Одну ручку, вторую ручку. Умничка, и ножку. Вот молодец, так, давай, вот, умничка. Какой. Держись. Понимай, на ручках, держись крепче. Молодец. Давай. Давай пробуй, чего. Опять давай, одну ручку. Ножка поможет Федору. Вот, вот, вторую ручку теперь давай сюда. Тут нет, уже руку, сложнее. Вот, и ногу, вот.
Хватайся опять. Ручки перекидывай. Ручки, ручки. Ручки. Не ноги, а ручки. Руками сначала надо, Федор. Руками. Ручками, ручками, чтобы уже держался. Не бойся. Освобождай, вот. Так, София тут. Молодец. Где там Гошан? Ага, это тарзанка, да, Гоша? Подожди, Гоша. Ух ты! Опа. Молодец! Ну чё, класс? Не страшно? Так, иди сюда. Да, подходи сюда. Отлично. Да, давай. Оп, всё. Как интересно, Фёдор на тарзанке полетит. Очень интересно. Боишься? Классно тебе. Вообще классно. Федюнь, ну чё ты тут? Можешь. Сейчас дядя тебе поможет, не это. Не буксуй, а потом там вон на веревочке лететь надо будет. Сергей, ну ты ж не залазил бы. Ну, проходи сюда. Папа решил стать инструктором. Проходи ближе. Цепляйся рукой, потом второй рукой. Давай, давай, подержись. Ну, выше, вообще. Хватайся, наверное, вот сюда выше. Во, тебе будет легче. Во. И ногами опирайся. Все, и постепенно ножку вот сюда. Молодец, Федос, молодец. Руки не отпускай, держись выше, тебе легче будет. Держись выше, говорю. Ну что, вот класс? Вот. Молодчина. Ты вообще смелая девчонка. Мне очень сил хватает здесь. А вы на этом полетит, думаешь, нет? Не знаю. А не, мы его посадим. А, ага. Сидя как на качельке, Федюнь. Сейчас на качельке. Что, Гошан, ты прошел? Да, и прокатился. На второй уровень. Иди там, мама, встречай его. Дима, лови. Я подойду. А, понял. Мне ж надо на все эти. Ю-ху! Ну что, класс? Точно? У-ху! Держись! Вот тебе повезло, так повезло. Запрыгиваем. Ну, молодец. Ну как? Класс? Нормально. Нормально. Смелый пацан. Подходи ко мне. Оп. Все, собираем. Все, спасибо. Не за что. Спасибо, идем. Пошли экипировку сдавать. Не трогай металлические. Ну, я еще туда не пойду. А там на высоту тебя не пустят. Ты еще не вырос настолько, чтобы на высоту идти. Мы можем тебе помогать. Все, пошли, сдадим экипировочку. Но ты молодец, Федор, молодец. Вообще. Короче, что вы думаете, Федор еще хочет? А вон Софийка, кстати, пошла по второму кругу. А, пошли еще раз. Ладно. Давай. Ты уже на второй уровень. София, ты вообще молодец, все получается, не помогать? Падай! Молодчина. Так, а где же старшие дети? А, они, наверное, ждут, пока остальные пройдут. Смотрите, как классно придумана качель. Просто колесо. И Жорик залез туда вовнутрь. Ой, мне казалось, я слышу голос Сони. Вот она. Холодно? Нет, жарко. Как до туда? Нормально, иди себе и все. Это ты на третьем? Второй. Второй? Да. Вот так. Молодец. А как красиво на фоне неба. Что? На фоне неба так красиво. Гошан, а ты что, по второму кругу на первый уровень пошел? А? Ну потому что Федора страховать надо, правильно? Ну да. Ну и ты малыш наш. Ярик тоже на первый. Правильно, потому что второй слишком для них страшновато. Ты записал? Страшновато еще. Ну, они такие второй боязливые. Так и Соня на втором не очень справляется. Что? Тут тоже нормально. Я бы поставил это второй. Тут нет, тоже ты можешь по желтой ногами, если получится, пожалуйста. Приставным идем.
приставным, вот, Соня. Да. Ряна, за узлы. Ряна, за свою, за красную веревку держись. За какую красную, батя, что? Ну, красная вот у нее, которая красно-черная. За нее нельзя держаться. За что? Свою можно веревку держать. Можно, разве? Ну, вообще не за ней. Ну, Федор же входит за свою, пожалуйста. Ну, Федор. Эти пупщики. О, молодец. Подожди, чуть-чуть. Так, вон я Славчик уже зашел тоже. Так как же разорваться на четверых детей тут? Папа, только в телефоне сидеть сможешь. Сейчас, попробуй сам залезть, думаешь, так легко. Так, вон Соня пошла. Федор. Ярик догоняет. Да. Гашан по второму, а Ярик по первому на первый. Ну как, Ярослав? Нормально. Нормально? Молодцы. Что тут у вас с клещами? Как обстоят дела? Нормально? Обрабатываю же от клещей. Обрабатываю? Угу. Нет, хорошо. Ветер еще тупой. Все, начинай. Феденька, давай. Руками вот, потом ножку ставь. Софья Сергеевна, ты так круто выглядишь. Очень. Не, серьезно, вообще. Где эта штука? Какая штука? Все нормально. Так, а Федор Сергеевич вообще сам идет по бревнышкам, смотрите. Вообще. Вот, подтягивается бревно. А Гошка человек-паук. Осталось всего лишь 4 раза. Ау. Проще. Что? С кольцами проще. С кольцами проще? Вторую ногу молотила. Феденька вообще. Давай рукой. Лови рукой желтую веревку. Рукой сначала. Вот, потом ногу. Вот. Вот это парень. Вот это да. Руку сначала сюда. Ты вообще мужик, ты не парень, ты уже мужик. Подписываемся. Подписываемся. Вторую руку. А, мы повисли. Нормально, подержи его. Ну, на этом... Он не может тут просто. А я права. Федор не человек-паук. А я человек. Гоша, перекинь. Ты человек-паук, молодец. А, все, ждите инструктора. Я буду страшно его. Страшно будет? Как я умею? Я сначала летела переезжающими руками, потом сидя. Ты что, сидя прикольнее, да? Да. Ярик человек-паук? Типа? А! Смотри, это смотри, вот возле клина, ага. Каждый раз нужно перекидывать корабль. Ага. А тут тащится. Ага, хорошо. Вон она. Сейчас сюда. А именинник-то на какой уровень пошел? На третий, наверное. Он на третий пошел. Да, а где? Начинай ехать. Давай, стопа, ну! Карабин. Ю-ху! Проведи его до конца за собой. Так подожди, он его снял. Он пристегнут. Он прицеплен же другим карабином. Понятно. Давай. Ножки подними, пока. Эй! Зайка! А вот еще одна зайка. Фоня-обезьяна. Фоня-обезьянка. Где Фоня? Вон наверху над тобой. Ого! Ку-ку! Вот сейчас хорошо всех снимать, все вместе. Марьяна вон там дрожащими руками. О, догоняет потихоньку, да? Мама, так тут по сетке вообще, наверное, прикольно. Это когда второй ярус, это да? Сейчас вот Соня пойдет по сетке. Можешь ползти, можешь бежать, можешь кувыркаться. Да, прям кувыркаться, особенно, когда прицеплен трос страховочный. Прям кувыркаться. Сейчас Ярик еще прокатится. Самый маленький.
Так, Соня, Человек-паук. Софико, нормально? Что? Нормально? Так, Ярослав летит. Полет чмеля. София, София, не надо, не трогай, не снимай. Пускай дядя снимает. Что, прыгай. Смотри, как он будет. Ярик, давай, прыгай. Смотри. Ты будто подтягивайся. Он будет точно. Только ноги поджимай. Давай, ноги поджимай. Давай, давай, ноги вперед. Во. Молодец. Соня полетела. Детям. Так, вон Милана с Саньком. Саш, ну что там, страшно? Вдвоем как зависнут, кто снимет. Раз ваш возраст и вес, и все на свете выдерживаете. Теперь второй. Вы были на третьем уровне? Я да. Да? Да, медленно. А теперь отдыхаем, да? Катаемся. Ярик, балдеж. А где Саша? Саша на третьем уровне, там высоко ходит где-то. А вон он, Саша с Миланой сейчас будут с тарзанки прыгать. На дерево можно залазить. Смотри, на дерево можно залазить. На дерево. Решили спуститься к речке. Здесь такой вот пляжик небольшой. Красиво тут. Море, море! Море, море! Аккуратно, не вымокните. Сейчас... Море, София, море. Отойди оттуда. Малая. Какая красивая вода, прям как на Мальдивах. София, аккуратно, пожалуйста. Вот такая красивая. Желто-оранжевая вода. Капец. Мам, я ныряю. Успокойся, Ирдуй. Вот на том островочке столики, лавки даже есть. Да. Водичка. На него тогда плавали. Ну что, праздник продолжается. Теперь у нас лазертаг. Делятся на команды. Смотрите, для тех, кто не знает, вам будут выданы автоматы и обвязка. Вязку как надевать? Вот так выворачиваем, ну, выворачиваем, эта клепка, ее отдираем. Не вот эту, что ноги вот это отдирают, а вот эту. И надеваем, и на лоб ее носим, не снимаем ни на шее, ни где в другом месте. Блин, а понятно, не снимаем? Снимать только что можно. Буду тоже играть. Слово будет 4 жизни, стрелять не вот этой пластмасской, а вот этим стеклышком целиться. Когда у вас кончатся патроны, нажмите на красную кнопочку. И ждите полного окончания звука. Сейчас чиркни. Коля, ты с ним. Так, вот, Сережа, и ходи. Понятно? Тебе очень клево. Не на шею, на голову. Да, да. А уголек вот, вот это нажимается, это стреляет. Вот здесь вот есть ручка. Не стреляй. Сказали не стрелять. Короче, Федор Сергеевич тоже играет. София тоже играет. Все папы играют. Ты куда в именинника целишься? Сей, ну целься! Так, смотрите, я вас всех убил. Послушайте меня, ваше же время. Я готов! Когда придете на базу, все воскреситесь аптечками. То есть вы, по сути, можете стать, и она всех вас разом, то есть, главное, чтобы схватила. Все люди пока. Два очень великих игрока, которые просто сегодня больно будут играть.